поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. О, ты вернулся! Так как? Сыграем партийку? Сыграем в эту твою игру. Интересная партия. Если захочешь взять реванш, дай знать.
Thank you.
место силы. Отсюда изливается магия. Покажи, что умеешь. Это место силы. Отсюда изливается магия. Магия — это место силы. Гнездо Гулей, надо его уничтожить.
Нехорошо. Любишь серебро, да?
Ну его. Thank you.
если у меня сын родится? Привели. Назову Геральтом. Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Не смотри на меня так. Откуда боги привели? Сделаю себе прощу и поймаю медведя. Боги вам в помощь. Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Боги вам в помощь. Ничего не остается.
Спи, деточка, спи. От сна здоровее будешь. Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила пол кувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя. Но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. А мужики жизнь отдают. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время?
Тело высушено, следы ожогов. Трава вокруг колодца выжжена. Судя по всему, это полуденница. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. Дневник может пригодиться. Браслет. Может, он связывает душу девушки с этим местом? Пятна крови едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Следы крови почти исчезли, но нитка крови по-прежнему видна, что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина, судя по зубам, лет 30, без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги.
Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полуденницу не изгнать. Надо подготовиться, сделать масло от призраков, выпить эликсиров. И браслет. Игни. О, сработало.
Она ушла навсегда. Опять мне косули деревца пообкипали. Не смотри на меня так. Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер, говорят тебе что-то эти имена? Не знаю таких. Хотя травница наша Тамира вспоминала как-то какую-то Клару. Может, о ней и речь? Ваша награда, мастер. Золото, что я для Любы в приданое собрал. Без вас бы она до свадьбы и не дожила. А так есть надежда. Надо же. Вот уж не думал получить какое-нибудь приданое. А я и подумать не мог, что оно ведьмаку достанется. Странные времена настали, правда? Странные и печальные. Это место силы. Отсюда изливается магия.
Помогите путнику! Скажи, что умеешь. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я с козел, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке, а мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. Следы повозки. Она заехала в болото. Вот и повозка. Стрела. Об этом он не упоминал. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Воска, утыканная стрелами. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой.
Так что, нашелся сундучок-то мой? Нашел я твой ценный сундучок, а еще кое-кого похожего на возницу, со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс, очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Пошла. Все. Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмир. 6-я тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому, из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства, нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста.